Привет, привет! И сегодня у нас очередное задание по черчению. Мы попробуем нарисовать вот такой вот куб, у которого из середины удалены небольшие кубики. То есть, если это представить в голове, то что-то похожее, когда мы у кубика Рубика удаляем серединные кубики. Вот. Давайте попробуем нарисовать эту фигуру сегодня в диметрической проекции. Начнем с того, что нарисуем куб с размером стороны 60 мм в диаметрии. На вот этой оси длина стороны у нас будет в два раза меньше, чем на двух в других координатах. Все, наш куб готов. Теперь по заданию нам необходимо вырезать со всех сторон срединные кубики. Все готово. Мы получили диметрическую проекцию куба с вырезанными небольшими кубиками из середины каждой стороны. А теперь давайте посмотрим, как это
деталь будет выглядеть в 3D изображении. И вот перед нами один из видов данного куба. В принципе, здесь не важно, какой это вид, потому что они все одинаковые. Если посмотреть на вид с другой стороны, он будет точно такой же. Если повернуть его до того положения, как он выглядел на бумаге, как мы его построили, то можно увидеть некоторые недочеты. Например, внизу линии не совсем точно изображены и сверху не показаны на одно ребро. По разрезу детали можно понять, что задание выполнено правильно, поскольку он совпадает с разрезами на задании на бумаге. У меня сегодня все. Как обычно, я желаю вам удачи в освоении этого интересного предмета и не прощаюсь.